Исполняется 30 лет Азербайджана израильским дипломатическим отношениям. На организованном мероприятии министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию дипломатических отношений с Израилем. Наши страны тесно сотрудничают на международных платформах. Государство Израиль всегда поддерживало основанную на международном праве справедливую позицию и принципиальным для нас вопросе территориальной целостности, суверенитет Азербайджана. Это высоко оценивается азербайджанским народом и правительством. Отметив наличие больших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами, министр туризма Израиля Йоэль Развозов сказал, что это будет эффективно использоваться. Министр Байрамов и все министры, которых я встретил, и все уважаемые гости здесь, для обсуждения перспектив наших дальнейших отношений между внешнеполитическими ведомствами двух стран проводятся регулярные политические консультации. Последняя такая состоялась в 2021 году. Считаем важным динамичную их реализацию. Также хотелось бы с удовлетворением отметить, что в 2021 году в Тель-Авиве начали свою деятельность торговые и туристические представительства Азербайджана. Считаю, что их деятельность создает благоприятные условия для дальнейшего расширения сотрудничества в экономической сфере и связей в туристическом секторе, имеющего большие перспективы. Мы празднуем 30 лет дипломатических установления дипломатических отношений Израиль-Азербайджан. Сколько много потенциала есть между странами, и потому что отношения, они начинаются с дружбы и доверия. Это очень важно. Да, я выразил свою благодарность господину президенту Ильхаму Алиеву за именно ту поддержку еврейской общины, за толерантность в Азербайджане, когда так могут существовать и жить, и дружить еврейская община, мусульмане, христиане, все вместе, все спокойно живут в Азербайджане.